Привет, меня зовут Павел. В этом видео я расскажу вам об основных характеристиках телевизора LG NanoCell 65 дюймов 8K. Прежде всего, при покупке телевизора стоит обратить внимание на его диагональ. От этого зависит многое. Этот телевизор имеет диагональ 65 дюймов. Согласитесь, маленьким его точно называть сложно. Он отлично подойдет для больших просторных помещений, таких как гостиная или квартира-студия. Тип экрана этой модели LED. Это жидкокристаллическая матрица со светодиодной подсветкой. Такие экраны отличаются образцовой цветопередачей и широкими углами обзора. За качество изображения этого телевизора отвечает интеллектуальный процессор Alpha 9 третьего поколения. Он мгновенно анализирует каждый кадр перед его выводом на экран и корректирует каждый отдельный пиксель. Во-первых, процессор Alpha 9 умеет удалять с кадров мелкие шумы и искажения. Во-вторых, улучшает цветовую палитру каждого кадра. А в-третьих, обеспечивает дополнительную четкость и детализацию самых динамичных сцен. А еще этот телевизор позволяет воспроизводить HDR-видео. Это формат видео, при котором цветовая палитра максимально расширена, контрастность повышена, а также яркость и детализация тоже на максимуме. Благодаря технологии NanoCell этот телевизор обладает безупречной цветопередачей с любых углов обзора. Современные телевизоры сложно представить без поддержки Smart TV. После подключения телевизора к интернету у вас появляется доступ к бесконечному количеству контента. Вы можете смотреть YouTube, также можете смотреть свои любимые онлайн-кинотеатры, такие как Netflix, Кинопоиск HD, Amazon Prime, Иви, Мегаго, онлайн с телевизора. Также вы можете выходить в интернет и играть в игры. И все это без участия компьютера. Представьте себе. В комплекте к телевизору вы получите пульт Magic Remote. Он сильно упростит пользование телевизором. Во-первых, благодаря встроенному гироскопу, пульт фактически превращается в указку. Куда направляется пульт, туда и перемещается на экране курсор. Во-вторых, в этом пульте есть колесико, как и в компьютерных мышках, очень удобная опция для просмотра веб-страниц. А в-третьих, голосовое управление. Это значительно проще, чем набирать текст в поисковой строке. У этой модели есть ряд интерфейсов для подключения внешних устройств. 4 HDMI-порта для подключения внешних мультимедиа-устройств. Поддержка Bluetooth дает возможность беспроводного подключения к внешним девайсам. Благодаря 3 USB-портам легко и просто подключить флешку, на которой будет записан фильм или ваша фотография. Поддержка Wi-Fi – достаточно удобная штука. С помощью нее вы сможете легко и просто подключить ваш телевизор к интернету, даже если модем находится в другой комнате. LAN-порт пригодится вам, если вы захотите подключить телевизор к интернету через сетевой кабель. Это даже надежнее, чем подключение через Wi-Fi. Чтобы узнать о товаре больше, заходите на наш сайт lg.ru. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Приятных вам покупок!